вперед. Я его лобковую кость подтягиваю к себе за счет пресса, за счет ягодиц. Утягиваю в себя, отпускаю хвостик. И раз, два. Да, также через закругление спины. Я хвост, копчик, крестец максимально в себя. И два, и три, и четыре. Смотрите, грудь у меня стоит, полная изоляция. Шесть, и семь, восемь. И еще попробуем. И раз, два. Ручки можем на теле держать. Три, четыре на бедрышках. И пять, шесть, и семь. Обратите внимание, если бы я бы это же движение, например, делала в восточных танцах, скажем, в табло-соло, да, там барабанщик играет свой ритм, допустим, даже у меня может быть канделябр, какое-то шоу, у меня канделябр на голове, свечи, все что угодно. Я бы ножки не стала бы так широко держать, я бы их держала вместе, и ручки у меня были бы уже не на своих бедрах, как мы знаем, мы в восточных танцах свое тело не трогаем. Вот, ручки бы я красиво держала уже в второй позиции. То есть я бы это движение бы делала вот так. Оп. Уже совсем характер другой. Я бы могла использовать уже восточные руки здесь. Допустим, потрогать волосы, и все было бы совсем в другой манере уже. Оп, оп, я бы могла наложить плечики на это движение. Красиво, плечики. А волна тазом все время. Также я могу использовать весь позвоночник. Видите, я делаю волну и накладываю, допустим, тряшечка плечиками. Мы сразу